В арифметической прогрессии а первое равняется минус 0,8, и d равняется 3. Найдите а третье и а пятое. Ну, для начала мы с вами напишем формулу. А n равняется а первое плюс d на скобку n минус 1. Итак, для того, чтобы нам воспользоваться этой формулой, мы выпишем n для обоих случаев. Для первого случая n равняется 3, потому что мы будем искать а третье. Для второго случая n равняется 5, потому что мы ищем а пятое. Итак, а третье равняется, а первое это минус 0,8, прибавляем d это 3 на скобку n у нас 3 минус 1. 3 отнять 1 это 2. Дважды 3 это 6. Значит, 6 минус 0,8 будет 5,2. А пятое для второго случая. Начало то же самое. Минус 0,8 плюс 3. В скобке теперь будет 5 минус 1. Далее. 5 минус 1 – 4. 3жды 4 – 12. 12 минус 0,8 будет 11,2. 10.